Я Ксения Туркова. Я Данила Гальперович. Мы ведущие подкаста «Украина. Самое важное» и в этом выпуске. Украина за последние месяцы освободила 40% территории, захваченной Россией после 24 февраля. В Минобороны России подтвердили массовую гибель мобилизованных на базе в Макеевке. Датская разведка считает, что на решение Путина о начале войны могло повлиять лечение от рака. Саммит Украины-ЕС состоится 3 февраля в Киеве. Слушайте нас каждый день по будням.